Друзья, всем привет! Вот и наступила зима, но ребята у нас работают. Давай, едьте же. Ребята работают у нас на объекте. И мы поедем, посмотрим, как у них дела двигаются. Еще бы эти все провода, которые от петлички, от зарядки не мешали, было бы вообще все хорошо. На улице сейчас показывает всего минус 3, но снега навалило очень хорошо. Значит так, мы с вами видим этот объект, где есть дом с шашкой. Вот. Сейчас ребята там потихонечку закрывают сами хребты галстуком. Надеюсь, успею, потому что один из подписчиков просил показать, как они делаются. Вот. Не знаю, не обещаю, не успею ехать, кстати, 90 километров. Вот. Поэтому, как получится, что, поехали. Так, ребят, поехать, чуть-чуть поснимать вам нашу погоду. Зима. Тут вот уже замерзший Финский залив. Осталось там немного, 20 километров ехать. Но потихонечку. 60-80. Через 600 метров поверните налево. Хорошо. Прекрасная зима. Она прекрасна, когда ты не работаешь на крыше. Когда ты на крыше находишься, конечно, да. Никакого удовольствия от этого нету. Ну, ничего страшного. Мы доедем. И мы приехали. Как-то так. Продолжаем движение, ребят.
Итак, всем привет. Зацените мою новую шапку подарочную. Как тебе, Вить? Классно? О, вы видите? Я тоже подарочный. А те, кто подарил? Этот Александр. Александр, а мне? Такая есть, все такое. Да, да, да. Так, давай покажем, что ты делаешь. Я делаю, как назвать, финишные шашки, короче, маленькие шашки на эти, на хребты. На хребты, да. Галстуки, как это называется. Галстук, да, все правильно. Поворочу. Поворочу. Вот так вот. Наверх не ходил пока? Сейчас еще не ходил, сейчас пойду. Съем. Куда там пошел? Смотри, прячется все, прячется. Там не настроено на другое. На другой настроен. Так он же быстро настраивается. Жуфомич. Давай, настрою пока. Давай я пойду пока схожу к этому. К Мише посмотрю, как он там. Так. Главное в нашем деле не упасть. Смотрите, какая подшива. А? Зачет. Антон. И подождите, можно спуститься еще показать. Так. Я, может, еще на дроне пролечу, покажу. Но дроном близко не подлетай. Так, чтобы все показать. Ладно, потом вокруг обойду. И уже покажу. Как это, что, как там сделали парни. А то сейчас там Миша все заколотит. Потом мне подписчик скажет. Ну я же просил, покажи, как оно там делается. А ты не показал. Все, дизлайк тебе за это. И отписка. И пойду в церковь. Чем-то намалюю на тебе плохое. Блин, скользко. Скользко, конечно, но... Мы справимся. Термос. Термос, это хорошо. Миша, ты откуда ходишь? Отсюда? Ты отсюда ходишь или оттуда? Кстати, вот он. Завершающий. Здорово. Завершающий галстук. Блин, здесь сейчас я поменяю режим, потому что здесь я поставил в комнате и там этот, ну, чтобы не бликовал. Во, вроде нормально настроил. Вот он, финишный конечек. Сейчас там Витя гнет последние штрихи. Здесь все замерзло, вся шашка. Придется только весной приезжать и снимать. Так, откуда мне лучше подняться? От... Вот по этой лестнице лучше? Или оттуда лучше? Да? Блин, я же очкую. У меня еще здесь еще и камера. Еще. Ну, зато здесь есть
снегосодержание Орима. Это уже плюс. Все, мы забрались, как настоящие стахановцы. Опатеньки. Ох ты, какой колпак-то, а? И шпиль-то какой. На фотке шпиля я приложу, потому что здесь по факту так-то не видно. Здесь металл кусочками, да? Ну и вот. Всем привет, да? Как ты там одеваешь, покажи. А, это у тебя финишный сейчас ждешь, да ты? Ну, сейчас будет, да. Вот, подкладочка задернул. Ага. На клямер. Обжал. Давай пока колпак покажу, что ли. Что это такое, блин? О, да вы еще под радио сделали, да? Рифлеными делали. Ну класс. Класс. Плохо, что снег, да? Плохо, что снег. Видно, что продух работает, да? Видишь, раз щель. Есть. Работает. Молодец. Работает. Так, вы что сегодня? Последний день и все, потом после Нового года только сюда. Ну вот, пацаны, как-то вот так вот все. Красиво. Если бы еще подметалось бы, подмели бы, может быть, а так не подметается ничего. Вот, а обычная шашка, это у тебя конечная, да? А здесь же можно просто показать, как она ставится, да? Вообще, да. Вот здесь есть обгибка. У шашки. Ну, здесь носик. Да? И все. Здесь зажимается, здесь зажимается. Здесь под радиусом с отгибкой и на кляме. И все. Тут делов-то нечего делать. Вон. Да. Вон человек делает. Только туда к нему пробраться. Может быть, не совсем безопасно. Тяжело зимой, да? Следующая есть? Элемент следующий. А? Следующий элемент есть? О, чтоб показать. Я знаю, как в том углу.
Ближе, ребята, подойти не могу. Небезопасно. Раз. И все. И вот получается вот такое вот чудо. Весной по-любому сюда приедем, надо будет снять, да, все. Потому что здесь очень много интересных вещей, которые не видно. Вот. Красота. Зима. Ну, сейчас пойду еще пофотографирую и немного... Если получится с коптера снять, то сниму. Но это, я думаю, будет ни о чем вообще. Вот. Миха Крамер прикрутил. Ладно, пойду я вниз. Ну вот, ребят. Здесь бы еще какую-нибудь подсветку, чтобы прям совсем все красиво было, но уже вечереет. Вот подшивка. Самая главная подшивка. Здесь у меня капельки, да? Но все равно основную всю работу, которая будет здесь сделана, и на других объектах тоже, конечно же, это будет все сниматься весной. Потому что, ну, вы сами видите, снег, сугробы, и особо ничего не снимешь. Когда еще каталки катаются всякие, он готовый тебя перерубить тут на фарш. Да вот, ребят, как-то так. Попробую еще сделать несколько фотографий с дрона, с телефона и вставить. Следующий сюда приезд только после Нового года будет. Да и вообще, этот, хочу сказать сразу же, что... Сейчас переверну камеру, чтобы меня видно было. Что в колледже, где на стенде... Да что ты, куда ты там пошла? Чё, она крутится? Крутится. А, всё понятно. Всё понятно.
непонятно ничего. Перемотаемся, что? Так вот, там, где в колледже делал на стендах все, естественно, Новый год, колледжи все закрылись, вот, и откроется только 11 числа, поэтому всех с наступающим. И, скорее всего, увидимся уже в следующем году. Так что так, всех с наступающим, всем здоровья, всем любви, удачи и всего самого хорошего. Все, всем пока.